Всем привет! Сегодня мы будем делать горячие бутерброды. Включаем розетку. Загораются две кнопочки. Это сигнал, что наше устройство нагревается. Когда зеленая кнопочка перестанет гореть, тогда мы ложим сюда наши бутерброды. Ждем. Все, зеленая кнопочка потухла. Это значит, что можем ложить наши сэндвичи. И крепко закрываем. Ждем. Ждем 2 минуты точно. А дальше смотрим, кто любит какую зажарку. Чем больше любите зажаристые бутерброды, тем дольше. В инструкции написано примерно 4 минуты. Подождем еще чуть-чуть. Вот такие сэндвичи у нас получаются.